Мастерицы и рукодельницы, которые создали картины из шерсти, кружевные воротники в винтажном стиле, уютные шали и забавные игрушки, предпочли остаться за кадром. В их творческих натурах удивительным образом сочетаются природная застенчивость и невероятное трудолюбие. Платки и бактусы из шерсти и хлопка связала Надежда. У ее дочери проблемы со здоровьем, поэтому женщина уволилась с работы, чтобы больше времени уделять ребенку. Пока девочка в школе, Надежда занимается любимым хобби. Технику вязания крючком она освоила буквально за год по урокам в интернете. Открываешь, смотришь, разбираешься, выбираешь уже рисунки, когда начинаешь уже вязать, уже смотришь, а какой рисунок получится, а хочется поплотнее, чтобы он был, или пореже, а какая пряжа к этому подойдет, да, вот однотонная лучше будет, или уже там с переходами от одного цвета к другому, и уже обращаешь внимание на все на это, подбираешь пряжу, да, а какую лучше, хлопковую взять или все-таки шерстью, да, чтобы она была более пушистенькая, более мягенькая. Еще Надежда вяжет ажурные салфетки из забавные игрушки. Посмотреть ее работы и приобрести можно на выставке-ярмарке в Центре Милосердия или в группе ВКонтакте «Золотой крючок». Другая рукодельница вяжет крючком с детства. У Марины Александровны на попечении находится внук, поэтому дополнительный заработок тоже придется кстати. Преклонный возраст и проблемы со зрением не позволяют долго вязать, поэтому на один воротничок уходит 1,5 недели. Вы знаете, вот у меня есть два любимых. Он называется один немецкий, это как стоечка с рюшами такими внизу. И мы называем его голландский. Это вот отложной такой воротничок, который, ну, под любой платье буквально подходит. Всего на выставке-ярмарке «Подари радость на Рождество» представлены работы 7 саровских мастериц. Каждая вещь – это особенная история ее автора, в которую она вложила свою любовь и старания. Есть вышивки нашего волонтера. У нас есть девушка-волонтер. Уже давно у нас. У нее проблемы есть и со зрением, но тем не менее она вот вышивает. И ее работы тем вот очень дорогие. И она была бы рада, если бы у нее что-то приобрели. Вообще изделия ручной работы ценятся очень высоко и стоят дорого. На благотворительной рождественской ярмарке сувениры и предметы одежды можно приобрести гораздо дешевле. Для авторов эти деньги станут необходимым подспорьем в лечении детей и приобретении материалов для своего хобби. Еще есть у нас тут собственное творчество наше на гуманитарном складе. У нас бывает, что приносят вещи, которые, например, людям уже, люди их, они залежались на полках, их никто не взял. Вот. И мы сделали из них такие вот матрасики для кошек. Мягкие матрасики. И мы тоже будем рады, если эти вещи приобретут. Работы саровских мастериц можно также посмотреть в группе волонтерского центра ВКонтакте. Чтобы приобрести понравившийся сувенир или игрушку, нужно написать сообщение в группу, перечислить деньги автору, а потом прийти в Центр Милосердия по адресу Пушкина 24А и забрать. Выставка-ярмарка будет работать весь январь. Возможно, потом формат станет полностью дистанционным. Пока организаторы решают, как это сделать. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.